Мы продолжаем играть в Айзека, ребята, поехали. Вейсман, я говорил, что стрима не будет, но я говорил потом, что будет. И потом, короче, все переигралось, анонс на ютубе, так что кто хотел, тот пришел. Вот, стрима не будет завтра и послезавтра, потому что выходные. Хотя, может, в понедельник я и застримлю, я не знаю. Но мне надо отдохнуть, потому что неделя прошла. Неделя без выходных — это плохо. Так, да, давайте проходить дальше за... Давайте за Азазелика. Давайте самое неинтересное сделаем. Ну, ребят, надо проходить. Надо открывать больше артефактов, чтобы потом в Делике можно было нормально тащить. Чтобы в Делике было больше артефактов доступно, чтобы в него был смысл играть, нужно сначала все эти артефакты открыть. Правильно? Правильно. Азазель — это неинтересно. Ну, далеко все открыто, разве? Вроде как обещали что-то другое. Ну ладно. Значит, моя информация устарела. Ну, ребят, стрим только начался, так что все еще успеется. Да, если вы первый раз на канале, подписывайтесь, фоловьте и... Больше Айзека на следующей неделе. То есть сегодня его будет достаточно много. Часов 6, наверное. Поиграем. И плюс еще ко всему. Все это выйдет на ютубе. По одному эпизоду. Если эпизодов станет очень много на ютубе, то будет больше на ютубе, чем один эпизод. Ну, я думаю, что Afterbirth будет выходить больше одного эпизода в день на ютубе, там где-то числа после 18-го, наверное, ноября. Ну, потому что у меня реберса до хрена и больше. Вот сегодня 3 эпизода реберс выйдет. Я даже скажу, какой, просто ради интереса, какой сегодня выйдет. И расписание заодно вам скину. Если вы смотрите на ютубе, расписание в группе ВКонтакте. Вот, сегодня вышел 188 эпизод. 188 сейчас вышел. А всего отснято 218. Ну, то есть еще 20 эпизодов выйдет именно только реберс. Только реберс. По-моему. А, нет. Нет. 218 это всего эпизода, да. Ну, из них только 4 Afterbirth пока что. Так что, такие дела. Вот здесь расписание. Пожалуйста. Так. Тут еще пара ублюдков было, по-моему. Нет, нет, я всех убил. Все хорошо. Вот она, ребятки. Вот она технология 10, о которой я так бугуртил некоторое время назад. Смотрите. Смотрите. Что? Она не работает? Почему она не работает? Господин Макмиллан, почему ваш артефакт как бы вообще не работает? Это же Бримстоун, а это технология 10. Потрясающе просто. Офигенно игру зарелизили. Прям 10 из 10. Но в смысле, это бы сделало забег совсем неинтересным. Так что я где-то... В каком-то смысле я даже рад, что она не работает. Она действительно очень имба. Ну, кто смотрит на ютубе или кто вчера был на стриме, те видели, как бы, насколько она... Мощь. Ай-яй-яй, ты камуфляжный... Нетрадиционный сексуальный человек. Кто сказал, что Азазеля Брим?
Я хрен знает, но эта штука должна работать. Ну да, технически у него не брим. По крайней мере, в статках этого нет. Блюмэп, отличненько. Да, вот только отсюда следует, что луч для Бримстоуна, что луч Бримстоуна должен притягивать к себе с невероятной силой все и всех в комнате. Из чего это следует? Не понял. Так, это у нас Don't Swallow the Price. А, ну мне дали спидап эту самую штуку. Так. Он таким голосом говорит: bad guess. Блин, вот так, блин, музыка так неуместна здесь. Ну, сначала они делают в моей голове как его, клише, штамп, вообще привычку, что это конец игры музыка. А потом такие: нет, это не конец игры, мы пошутили. Короче, теперь эта музыка играет в секретках. Это что? Что? Какого черта? А тебя не спрашивают особо. Тебе просто говорят, что теперь эта музыка вот тут еще играет. И тут, и здесь, и там. Ага, да, вот так. Оу, нет. Пошел вон. Пошел вон. Уходи, Вася. Ну, мне нравится, что теперь секретки и вот эти Якубовичи, они не пустые. Единственное, что они, конечно, безопасными как таковыми быть перестали. Но это не страшно. Все-таки Барановский был лучше. Вот что-что, а Барановский был лучше. Его музыка была более запоминающейся. Просто объективно его музыка была уместнее. А этот кавер, который сделали на него, даже потрясающе. Не, Крукипай, если деньги донатить в магазин, но на самом деле очень быстро прокачивается. Кажется, 900 монет, боже. Вообще, по идее. Всего надо 1800 монет. Ау. Потому что 900 тут и 900 в грид-моде. Так что, ребят, грид-мод мы еще поиграем и поиграем и поиграем. Не отчаивайтесь. Так, сейчас название поменяю по Шурику. Я надеюсь, когда будет новое DLC, ты не будешь снова игру проходить. Если DLC будет такое же большое, то я с удовольствием пройду игру еще раз. А, старапгрейд левел 1. Как мимимиленько. Более сотни. Тут как бы вопрос в том, заморачиваешься ли ты по прокачке магазина. Если да, проблемы нет.
Если ты, типа, а и потом, как это делал я. Вот у меня магазин как бы не был прокачан порядка там, не знаю, сколько я часов тогда наиграл уже? Часов 500, наверное, наиграл. У меня магазин не был прокачан. Хотя я уже там и в Дезлос, по-моему, пытался, и вообще... А, я во время Дезлоса первого прокачивал его, когда мне 150-0 было за Айзека. Вот я тогда его и прокачивать хотел начать. И начал. Да ты забодал, урод. Ну, хотя бы эту атаку начал использовать, а то как-то... Раньше, по-моему, перестал он это делать. В какой-то момент. В первом... В смысле... Блин, в реберс, короче. Я что-то много дамага огребаю. The Moon. Кстати, он примерно как я произносил в свое время. The Moon. The Moon. Oh yeah. Oh, wow, 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 wow. Не, вода классно. Водяной уровень у меня прям... Прям вот, вот класс. Мне нравится новая картинка, потому что она стала более плавной. Мне... То есть, совершенно точно мне нравится визуальная сторона этой игры теперь. Ну, кроме пиксельной графики, но просто потому, что инди... Очень много пиксельного говна в Стиме. Это просто... Это не проблема игры, это просто уже усталость от всего этого. То есть, ну, если вы... Если вы с этой планеты, как бы, то вы заходите в Steam... Или хотя бы там смотрите ютубчик какой-нибудь, вы видели все эти миллиарды инди, в которых пиксели вообще непонятно зачем существуют. То есть просто пиксельная графика ради пиксельной графики. И это начинает напрягать. Я бы хотел узнать, чем в этот момент думают разработчики. Если они думают, что пиксельная графика равно популярность, потому что раньше игры были популярными, то у меня для них нейтральные новости. Потому что это совсем не так. И пиксельную графику раньше делали, потому что просто был ограниченный объем памяти. И там исхищрялись, чтобы добавить еще. Вот. Раньше, как бы, имея больше, делали... Имея меньше, делали больше. Теперь, имея охренительные мощности, у нас делают упор в графен и больше ни во что. Азазель и Зимот на харде. Азазель, в принципе, и Зимот. Но, как бы, если ты видел... А, ты не видел Вейсман, да? Или видел, может, у кого-нибудь другого. Ультра Прайд. Ой, Ультра Грид, прошу прощения. Вот, по-моему, завтра у меня эпизод выйдет на ютубчике вечером. Вот. Или просто там вот наберите, допустим, на хоть час. The Binding of Isaac Afterbirth Ultra Grid, например. Вот. Увидите, насколько этот босс огромный. Поверьте, он ни хрена. Там ни хрена ваша комбо не значит. Вчера Зулин его бил на стриме. И он головой Тами снес ему где-то 1/3 хп за Азазеля. А потом он начал его медленно ковырять. Очень медленно. Слишком нахрен медленно. Потому что у босса хп просто до жопы. Ультрапрайд. Ну, может, и ультрапрайд есть. Кстати, я хотел бы ультра-версии всех боссов в этой игре. По-моему, это было бы охренительно. И, кстати, насчет графики и вот этой плавной анимации и вот вообще визуальной составляющей, у меня такое ощущение, что... Помните это, мою паранойю, что нам продали как бы недоделанную игру, когда вот Rebirth выходил? Что как будто там чего-то не доложили. Вот это сейчас ощущение еще больше усилилось, потому что игра выглядит законченной. На самом деле она выглядит такой, какой она, по моему мнению, должна была бы быть, когда Rebirth только выходил.
Новая игра. Дашь что-нибудь, нет? Да, япона, мать. Ладно, мы сюда вернемся еще. Ультракрита просто хп много. Так он урона почти не наносит. Ну, я бы не сказал насчет урона, что он почти его не наносит. Он может заколупать. Но он клевый. Он не очень сложный, он жирный. И у него интересные паттерны. Это то, чего не хватает мега-сатане. Мега-сатана как босс ничего не делает. Он просто стреляет прожектайлами, от которых уклониться не просто-просто. Просто-просто, блин. Все, что остальное он делает, это спавнит мелких боссов. Ну, я имею в виду старого мега-сатану. Может, новый что-то еще делает. Вот, этот же босс, он сам по себе босс. Просто большой босяк в конце левела, классный, здоровский просто. Мне не хватает такого в Айзеке. Действительно не хватает. Так, блин, пройти до конца уровня и встретить там здоровяка, это же суть всей игры. Потому что давайте признаемся себе и друг другу, да, что все-таки Айзек и вопрос, это так себе финальные боссы. Да, они неплохие. Да, они подходят для любого комбо практически. Но все-таки это не серьезный босс, когда мы говорим о конце игры. Ну, господи, Directorix, поэтому я и говорил про... Поэтому я и оговорился про нового мега-сатану. Может быть, его поменяли. Я надеюсь. Потому что иначе грустно. Так как, когда я первый раз слышал мега-сатана, я ожидал увидеть что-то инфернальное просто. Ну, мега-сатана. В смысле, он сатана, и он мега. Выкрутите ему сложность на полную. Блин, я вообще раковать перестану сегодня, а я так урон тупо получаю. Так, ты. Давай. Ага, молодец. Говорят, что чап самочка. Или теперь 3 стадии мега-сатаны. Да сколько угодно, я был бы рад. Я был бы так счастлив, как говорил классик. Если бы я мог показать фак учителю, я был бы так счастлив. Комнату, может, у мега-сатаны увеличили, она там в полный рост стоять сможет. Кстати, вот, да, если бы он стоял в полный рост, это тоже было бы неплохо. А там какой-то... Как-то там одна башка. Ну, выглядит он круто. Но он мог быть намного круче. Опять же, я не жалуюсь, но хочется большего. А где вавилонская блудница? Почему она не работает? Или она работает? Так, 15 минут. Какой уровень, говорите, Кейвс? На босс раш успеем? Может, здесь где-нибудь еще магазинчик есть? О! О, все, отлично. А то я хп пытался обзавестись. Блин, какие кривые комнаты, а. Чап-самочка. Это объясняет ту фоточку, которую я видел на Route 34. Больной ублюдок. А блудница же у Евы. Ну, да, но я же взял блудницу. Вот, смотри. Видишь? Первый столбец, вторая сверху. Блудница. Просто я не вижу трансформации. И меня это немножко напрягает.
Ну, может быть, просто рога не отображаются. Странно, блудница она, и рога тоже у нее. Может быть, поэтому они теперь не отображаются? Тут должно быть потом... Джокер. Джокер. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой. Не надо. Ага. Короче, сквозь этого напарника стреляете, и слезы вылетают вот такие. И наносят дамага достаточно много. Так. Быстро, 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 быстро. Я знаю, что можно было Джокера, в принципе, не юзать. Да, попадаешь же ты. Ну, блин. Д7 имба перезаряжается одну комнату, позволяет переспаунить всех в комнате и закончить ее заново. Что является бесконечным лутом. Можно просто перезапускать одну комнату и грести вещи с завершения. Недурственно. Комнаты загадки мне тоже не особо нравятся. Учитывая, что все загадки, это нажми все кнопки и не попади на шипы. Ну, в этом вся головоломка. Вот то ли дело бар головоломки. Да, вот, кстати, я с Наоми согласен. Не знаю, тут ты или не тут. Как-то Брим ощущается похуже слегка. Как будто ему что-то обрубили. Как будто бы. Не значит, что так и есть, но вот ощущения именно такие. Ну-ка, ну-ка. Боб's Brain, монстра зуб. Да вы издеваетесь. Я ради этого дерьма сейчас столько хп потерял. Я не буду брать ни то, ни другое. Нет, извините, за Азазеля в другой раз. Просто в другой раз. Глупец. Бегите, глупцы. Бегите, блинцы.
forever. Восемь инч нейлс, 8-дюймовые гвозди, хорошо. Что это мне дает? Потому что я не знаю. Потому что у меня даже как бы представления нет, что это может давать. Но как бы, ладно, пусть будет. Может быть это damage up. Может быть, а может быть это вообще ни хрена не дает. Пьюберти. Пьюберти. Как-то странно он от него отталкивается, этот луч. Слезы Азазелю, я не знаю, можно ли их изменить. По идее, да, по факту хрен его знает, если честно. Аркады тайм, воистину, но чуть позже. Сначала магазин, ребят. Ладно. О. Понятно. А денег-то дофига. Вот я хочу их пожертвовать немножко. В донейшн машину, пока я могу это делать. Вроде глаза паука можно сделать 4 рыга вместо одного. Ну да, квадшот. Стакается, это правда. Мне нужно немножко ключей найти. Потому что если я дальше пойду без ключей, ну будет весьма прошивенько. Так, что мне дадут тут? Снова монеты. Ну, я готов проиграть все монеты в этих чертовых аркадах. Ну, мне хотя бы штуки, там, штуки 4 ключа нужны. Прозрачный пацан двигается по твоей траектории с задержкой в 3 секунды. Да, я знаю, я заметил уже. Спасибо. Нет. Нет, к черту его, короче. Черт у этого чувака. Я тут дольше буду колупаться, чем проходить, по-моему. Ну что, может хоть здесь чего-нибудь, нет? Блин, у меня плацента взята. Так что мои дела. Что это такое? Emergency contact.
И что я сейчас сделал? Потому что я без понятия. Хм. Странно. Клэпс, ну, естественно. В принципе, здесь можно стоять вечно. Можно сделать забег длиной в 99 часов, например, на хоть в 500 часов. Просто плацента будет хилить, а я буду восстанавливать, как, ну, точнее, наоборот, сдавать сердца. Больше дамага, богу дамага. Emergency контакт. Руки мамы, падая сверху, удерживают мобов несколько секунд. А, понятно. Поэтому я выскажусь про одну мою нелюбимую в Айзеке вещь. Нифига не очевидные артефакты. И расходники тоже. Поднимаешь. А что он делает, фиг его знает. Догадайся сам. Потому что обычно в хороших играх есть какая-нибудь внутренняя встроенная Википедия, к примеру. Хотя бы это, знаете, как могло быть в виде бестиария, например. Ну, как бестиарий, только для... типа для артефактов. То есть некая книжка, где ты после... рано можешь прочитать, что они дают. И да, кстати, что-то похожее есть в меню. Но, по-моему, там отображаются все те же описания артефактов, так что это не имеет ровно никакого смысла. Жопа носорога. Как я могу спорить с жопой носорога? Если жопа носорога говорит, что это нормально, значит это нормально. Ну, если серьезно, ну да, с одной стороны, что ты не знаешь, что артефакт дает, это... часть игры, но с другой стороны, после первого раза ты все равно узнаешь. Или пойдешь на Википедию, или поймешь по эффекту. Так что смысла в этом как бы не особо много. В этом плане. Следы от зубов. Эти черепа умирают, если уничтожить мобов. Ладно. Ладно, у них есть своя фича, беру свои слова обратно. Не целиком, но беру. Господи! Фрейда сюда, Фрейда, ребята, Фрейда быстро! Шрамированная матка. Фу-фу-фу. Даже звучит мерзко. Это я пытаюсь об этом не думать, а они мне это в чат пишут. Или не мяу? Нет, голова была. Я кот или не кот? Я кот или не кот, ребята? Или мне еще одну часть надо взять? Я что-то пропустил этот момент. Хвост? Хвост, чек. Лапка, чек. По-моему, я не кот.
Короче, теперь я точно кот. Да, голова кота была в прошлом забеге. Инфестед? Оу, я! Бум-бум-бум-бум! Бомболея, бомболея. Ай, что-то я запаниковал маленько. Ой, да ладно, три сердца впустую. Я кот, слушай. Слушай, я кот, да? Чего тебе еще не нравится? Прикольно. Не прикольно. Наверх. Босс, чек. Овнер, чек. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я могу. You unlocked, Rapid Baby. You unlocked, Robert Cement. О, я ненавижу эти глаза. Так. Нет. Сатаняшка. Да, сейчас посмотрим, поменяли ли они как-то сатану. По-моему, нет. Я видел его, по-моему, нет. Оу. Так, one make you large, да. Короче, я стал жирнее. Еще я промахнулся! Нет, мой бримстоун сильнее твоего. Смотри, мама, без рук. Выкуси, сатана! Пройдено. Шеол и, наверное, сердце тоже засчитается, да? Я надеюсь, что да. Oh yeah.